Вакцина против COVID-19 летит в Украину. МИД Украины осудил репрессии против медиа в Беларуси И самолет с пассажирами в полете потерял часть двигателя. Об этом и не только в выпуске новостей на телеканале «Дом». В студии работает Дарья Верширенко. Добрый вечер. Полмиллиона доз вакцины COVID-Shield от AstraZeneca везут в Украину. Министр здравоохранения Максим Степанов в своем фейсбуке рассказал, что лично проконтролировал отгрузку первой партии препарата с предприятия в Индии, где она производится. Сейчас вакцину транспортируют в Мумбай. Далее грузовым самолетом через Стамбул она отправится в Украину, куда прибудет на днях. Оксфорд AstraZeneca это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием COVID Shield. Она переквалифицирована в ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Почти четыре с половиной тысячи новых случаев коронавируса подтвердили в Украине. Такие данные Министерства здравоохранения за минувшие сутки. Две с половиной тысячи зараженных попали в больницы. 58 пациентов умерли от осложнений. Больше всего инфицированных выявили в Ивано-Франковской области 618, а также в Винницкой, Житомирской и Черновицкой областях. 124 инфицированных и 9 смертей за субботу. Такие данные с неподконтрольной Киеву территории Донецкой области. В единственной ковид-лаборатории, которая расположена в Донецке, за сутки провели около 400 тестов. Треть из них позитивные. С начала пандемии диагноз подтвердили у более чем 23 тысяч человек. От осложнений умерли почти 2 тысячи. А на отдельных территориях Луганской области самопровозглашенные власти заявили о 33 инфицированных и одном умершим за прошедшие сутки. Всего за время эпидемии там признают 3000 заразившихся коронавирусом и 260 летальных случаев. Международные правозащитные организации считают, что самопровозглашенные власти умышленно занижают статистику. Самая высокая в мире летальность от COVID-19 в оккупированном Крыму. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, Россия лишает людей права на медицинскую помощь. В ноябре-декабре 2020 года этот показатель был 11%. Погибал каждый девятый из тех, кому устанавливали диагноз COVID-19. На КПВВ в Крыму российские силовые структуры отбирают у людей лекарства, хотя на временно оккупированном полуострове большой дефицит. Украина готовится к адаптивному карантину. Он начнется 24 февраля. Регионы снова будут разделены на зоны в соответствии с уровнем заражения COVID-19. В каждой зоне будут свои противоэпидемические правила. Подробности в сюжете Артема Голуба. Со среды Украину снова разделят на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от эпидемической ситуации большая часть страны окажется в желтой зоне. В этот раз ограничения для нее несколько смягчили. Заведения общественного питания смогут работать до полуночи, а болельщикам разрешать посещать футбольные матчи. Зеленую зону введут, если коэффициент случаев коронавируса составит менее 5%. В желтой будут разрешены массовые мероприятия, если помещение будет заполнено не больше, чем на 50%. В Виннице вовсю готовится к адаптивному карантину. Некоторые жители считают, что ослаблять ограничения еще рано. В первый карантин я готовился, купил гречку, это все, все, ну, не фанатично, но купил. До сих пор стоїть вона, тому магазини відкриті, мають повний доступ. Я як лікар ковідного відділення, все-таки вважаю, що люди в нас не зовсім чесно дотримуються правил карантину, обмежень певних. Тому, Можливо, треба більш жорсткі ввести міри, щоб все таки якось повпливати на це. Слідуючу оранжеву зону ведуть, якщо в регіоні буде зайнято 65% п'ять коїк. предназначены для ковид-инфицированных. Или же если будет ежедневно более 60 госпитализаций на 100 тысяч населения в течение недели. Во Львове поддерживают введение адаптивного карантина, так как уровень инфицирования в области высокий. 243 случая за прошедшие сутки. Высоток хворых, насколько я знаю, очень высокий. Так что я думаю, что это не, не, не завадит людям немножко стриматься, ну и сберегать свое життя и життя своих близких, особенно летних людей. Если ситуация не улучшится, то власти могут вести в регионе красную зону. Тогда будут закрыты заведения общественного питания, развлекательные центры и спортзалы. С понедельника красную зону ведут только в Ивано-Франковской области. Там обострилась ситуация с коронавирусом. За сутки 618 инфицированных. Спасатели развернули мобильный госпиталь на 120 койко-мест. Мы вышли на мобилизацию по інших лекарнях на 360 триста ліжкомісць додаткових з станом на сьогодні, і ми плануємо зробити план ще ну тобто в сумі вийде 730 тридцять місць, місць. Кромі того, поліція встановлює по всій області 16 карантинних блокпостів. П'ять із яких будут будуть працювати круглосуточно. Водітелям і пасажирам будуть безконтактно контактно температуру. В случаї виявлення признаків заболівання людей будуть відправляти в медучреждение. Ми не пішли на закриття області в цілому. Ми виставили контрольні пости в тих регіонах, де є більші спалахи з метою цього скринінга з метою моніторингу і розуміння, як це буде відбуватися. Адаптивний карантин буде дійствовати до 30 апреля. Артем Гоуп Аріна Кантоністова, Юлія Біль телеканал Дом. Осудили репрессии против медиа в Беларуси и выразили солидарность с оппозиционными журналистами. Министерство иностранных дел Украины, а также Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины выступили с обращениями из-за судебного приговора двум журналисткам телеканала Бел... «Белсад». Подробности смотрите далее в сюжете. 18 февраля. Минск. Фрунзенский районный суд заканчивает рассмотрение дела двух журналисток телеканала «Белсад». Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. В ноябре прошлого года их задержали за то, что они вели трансляцию с антиправительственного митинга. Девушек обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор по два года колонии каждой. Такое решение осудили правозащитники, признав журналисток политзаключенными. С обращением о недопустимости таких действий выступили и в Совете по вопросам свободы слова при президенте Украины. Медиаэксперты выразили солидарность с осужденными. Власть предъявляет претензии к журналисткам, выполнявшим свою работу. Это наказание за журналистскую деятельность и нарушение свободы слова. И, ну, Кроме того, это девушки, кроме того, это журналистки иностранного СМИ, потому что канал Белсад находится в Польше. Это такое тройное, скажем, не то что нарушение, а Тройная, тройная ошибка белорусской власти. В Совете говорят, ситуация со свободой слова в Беларуси стала критической после выборов президента. Тогда в стране начались массовые протесты против результатов воли А преследование журналистов, которые пытались честно освещать происходящее в Беларуси, стало систематическим. Как кроты боятся дневного света, так авторитарные режимы боятся именно правды и э, объективности. Карательный меч власти прошелся по журналистским организациям белорусским. Эм, обыски, аресты, там задержания прошли в э, белорусской ассоциации журналистов. Медиаэксперты призвали украинскую власть осудить репрессии против белорусских журналистов и требовать от государственных органов Беларуси немедленно прекратить преследование. На ситуацию уже отреагировали в украинском правительстве. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступили с совместным заявлением. Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы. Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ. Ранее на приговор для журналисток отреагировали в США. Штаты ввели санкции против 43 граждан Беларуси, причастных к репрессиям против протестующих и СМИ. Похожие санкции против белорусских чиновников ввела и Великобритания. Осудили действия Беларуси представители власти Польши и Литвы, а также главы Европейской и Международной ассоциации журналистов. Юлия Крючкова, телеканал Дом. Белорусская оппозиция не способна бороться с режимом Лукашенко, признала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Об этом она сказала в интервью швейцарскому изданию Летемп. В то же время Тихановская заявила, что надеется на возобновление протестов весной. Тем временем в Беларуси продолжаются традиционные воскресные марши солидарности, правда, они теперь малолюдные. Поддержать белорусов вышли и украинцы в центре Львова, перед дратушей десятки людей взяли в руки белорусские бело-красно-белые флаги и барабанили, чтобы привлечь внимание прохожих. Отказ России выполнять решение Европейского суда по правам человека и освободить оппозиционера Алексея Навального завтра обсудят в Брюсселе. Об этом написал в своем твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Барель. По его словам, министры иностранных дел Евросоюза будут обсуждать ответные действия. В связи с этим возможно введение новых санкций. Российские суды продолжают игнорировать решение ЕСПЧ по делу Алексея Навального. С министрами 27 стран ЕС мы обсудим действия Евросоюза на заседании Совета министров иностранных дел в понедельник. Пассажирский Боинг 777 потерял часть двигателя прямо в полете. Это произошло в небе над американским Денвером порт следовал на Гавайи, в Ганалулу. Обломки упали на жилые дома в пригороде. Сразу после инцидента самолет вернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту Денвера. Пилотам удалось посадить поврежденное судно, обошлось без пострадавших. На борту самолета был 231 пассажир и 10 членов экипажа. Я видела, как что-то пролетает мимо. Моя дочь сидела у окна, она испугалась. Мы закрыли шторку и начали молиться просто держались за руки и молились. Все дрожало во время посадки. Я не видел огня. Сначала был дым, а потом я увидел пламя. Отравились таблетками, выпали из окна, порезали вены. В Украине участились случаи попыток суицидов среди подростков. С начала года зафиксировали более десятка. По статистике ежегодно более сотни. Чаще всего сводят счеты с жизнью дети от 14 до 17 лет. Каковы причины и на что обращать внимание родителям и учителям, чтобы предотвратить беду? Далее в сюжете. В Винницкой области 14-летняя девочка порезала вены прямо в школе. В Киеве 15-летняя школьница выпала с 16 этажа, другой подросток с 14. -го. А в Умане две восьмиклассницы наглотались таблеток. Еще две из Киевской области отравились большой дозой спазмолитика. И это данные только за последнюю неделю. Эксперты предполагают, причиной таких случаев могли стать опасные игры в интернете. Дети насмотрелись видео в соцсетях и решили испытать что-то подобное. Очень часто дети не понимают опасности этого, да, потому что когда ребенку говорится попробуй 40 таблеток вот этого препарата и ты посмотри что произойдет у взрослого есть критическое мышление и взрослый человек понимает что наверное не стоит это делать а вот ребенок этого не понимает ребенок экспериментирует ребенок хочет себе и всему миру доказать что он смелый ребенок хочет самореализоваться ребенок хочет утвердиться за счет каких-то В Италии после гибели десятилетней девочки, которая принимала участие в опасном челлендже, заблокировали одну из социальных сетей. В последнее время такие группы в соцсетях активизировались и в Украине, говорят в полиции. Их задача манипулировать детьми. Какими сайтами пользоваться, какими нет, объясняет своему ребенку Инна. Она мама 14-летнего подростка. Родители договорились с дочерью и установили на гаджетах антивирус с функцией родительский контроль. Доступ к нежелательным сайтам сразу заблокировали. Сейчас в некоторые социальные сети, которые мы ей разрешили, она зарегистрирована. Но у нас такое одногласное как бы, соглашение да, на доверие, что у нас есть доступ к да, пароли. Мы не читаем ее личную переписку, но в случае чего мы можем там проверить. И если ей приходят какие-то странные и непонятные сообщения от незнакомых людей, она нам просто приносит, показывает их, и мы смотрим, мы им говорим, это вот плохо, давай заблокируем. Запрещать мобильные телефоны, интернет и устраивать тотальный контроль бесполезно, уверяют психологи. Дети ищут поддержки на стороне, если ее не хватает в реальной жизни. Главная причина трагических случаев среди школьников и подростков не интернет, а неразделенная любовь, плохие отношения с родителями, насилие в семье. Говорить о проблемах с детьми должен не эксперт со стороны, а близкий человек, которому ребенок доверяет. Самый важный эмоциональный, энергетический контакт – это контакт для ребенка с вами. Даже если она будет сопротивляться, мама, отойди, мне надоело, что ты тут делаешь, она все равно или он будет понимать, что я сегодня посвящаю это время тебе. Если ребенок наполнен эмоциями от родителей, никогда в жизни не произойдет суицида. Чтобы предотвратить трагические случаи, в Украине запустили национальную детскую горячую линию, а также чат-бот в Телеграм и Вайбер «Киберпес». Из этих источников можно узнать о том, как действовать детям, родителям и учителям в случае кибербуллинга или другого насилия в учебных заведениях или на улице. Эксперты также советуют занять ребенка чем-то интересным, например, записать в театральную или спортивную школу на курсы программирования. Это даст хороший психотерапевтический эффект. Светлана Сыч, Руслан Белозеров, Ярослав Матиш, Киев, Твой дом. Дипломаты и послы на лыжах. «Снежная зима» позволила провести в Киеве традиционный лыжный турнир для представителей дипломатических миссий и посольств «Дипломатик Кап». За событиями нынешней гонки наблюдал Олег Шумейко. Три, два, один, старт! За всю историю «Дипломатик Кап» отменялся дважды. В 2014 году все здесь революция достоинства, и в 2020 из-за пандемии коронавируса. Швеції ініціаторами проведення тих лижних гонок в 2012 тисячі году стали послі Австрії, Норвегії і Швейцарії. Но в этом году ніхто из них на сорінування не приїхав, заславшись на карантинные ограничения. в їхніх країнах. Досить суворе обмеження є карантин в Україні. Вони цього року дипломатично утримались. А посольство Швеції, ну справжні вікінги, без вагань сказали: ми беремо участь. Квартет скандинавских дипломатов повел за собой посол Швеции в Украине Тобиас Тыберг. На дистанции выложился полностью. Мои легкие оказались не совсем готовы к такому темпу. Вот основные эмоции. На беговых лыжах в Украине я стою третий раз. Но вся проблема в том, что обычно здесь мало снега. Для всех участников результат на лыжне второстепенен. На гонку подают заявки прежде всего ради удовольствия. Колеги є друзями, друзі є колегами, і ми багато років вже займаємося тим, що приносимо один одному радість, як на роботі, так і поза роботою. Так що, всім дякую, така зима в Києві. Ну неможливо було не взяти участь в цьому змаганні. Мені здається, що зараз це трошки незвично було, тому що останній раз я катався на лижах трошки давно, але так то класно. Вместе с дипломатами и послами на лыжную трассу выходят все желающие. Возраст участников от 4 лет до 85. Организаторы уверены, что количество желающих стать на лыжи с каждым таким стартом будет только увеличиваться. Главное, чтобы зимы в Украине были снежными. Олег Шумейко, Алексей Дрисов, Киев, Твой дом. Донецкий шахтер в чемпионате Украины победил Львовский рух 2-0. Голами отметились ТТ и Майкон. Турнирные таблицы. горняки настигли Киевская Динамо. На первой позиции в турнирной таблице, правда, у киевлян есть еще игра в запасе. На этом мы ставим точку. Канал Дом-ТВ это сайт нашего канала. Там еще больше информации о происходящем вокруг. Спасибо, что смотрите Дом. Тут всегда ждут.